Это знаменитый сосновый бор на краю села Бужор. Его площадь порядка 5 гектаров. Многие анапчане приезжают сюда семьями на отдых. Однако санитарное состояние леса вызывает тревогу. Об этом шла речь на недавней встрече главы города Юрия Полякова с депутатом Совета Юрием Акопяном. Тогда было принято решение провести субботник. Мы же с вами ликвидируем последствия. А мне как бы хотелось бы, чтобы не было изначально этого. Может быть, там... с атаманом переговорить, с местными. Вот кто это сыпет? Поймать одного, второго и заставить их чистить всю лесополосу. Мы хотим привлечь местных жителей, чтобы им потом было не безразлично. Первый заместитель главы Анапы вспоминает, как, будучи школьником в 70-х годах, принимал участие в посадке этих деревьев. Сергей Петров не скрывает, то, что он увидел сегодня, откровенно огорчает. В данной ситуации мы, конечно же, видим негативное отношение наших жителей, жителей Анапы, именно к тому достоянию, которое у нас есть. Практически, вот сейчас сказали жители, это единственный лес у нас сосновый бор. И вот тех, конечно, врагов нашей родины, которые вот это вот делают, позволяют себе такой, вот, такой беспредел по отношению к нашей природе, это, конечно, очень, как сказать, ну, досадно. В этот раз на субботник вышло 80 человек. Это жители станицы Анапская и села Бужор. В рамках месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка эти работы организовал депутат муниципального совета. Юрий Акопян избирался по этому участку и сам живет в Бужоре. Он снабдил волонтеров спецодеждой, мешками для мусора, а также обеспечил технику по его вывозу. Я думаю, этому мусору уже пару лет, а то и несколько лет. Поэтому, наверное, как бы с течением недобросовестности наших некоторых жителей появляются вот такие свалки. Но мы будем их убирать и информировать, что за это будем мало того, что наказывать, и как бы по-человечески надо, чтобы они все понимали. На уборку зеленого массива ушло порядка 4 часов, после чего работы продолжились на сельском погосте. Добровольцы убрали мусор, траву и сухие деревья, а затем приступили к уборке самого села. По предварительным данным, в этот день было собрано и вывезено порядка 80 кубометров бытового мусора. Хочу выразить особую благодарность активу села Бужор, активу станицы Анапской, которые вышли сегодня на субботник. Это где-то в пределах 80 человек работает на этой уборке. Огромное им спасибо за ту работу, которую они сейчас делают. Это только начало большой работы. За месяц необходимо навести порядок во дворах, парках и скверах, а также на территории мемориальных комплексов. Завершится месячник всекубанским субботником, который пройдет 13 апреля. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Анапа, регион.